Всем здравствуйте, воскресного вечера вам, приятного вечера. Я думаю, кто харьковчанин или кто на постоянной основе был в Харькове, знает район, один из самых сейчас популярных, что подтверждается количеством людей в кафе, в ресторанчиках, в магазинчиках. Так была у нас шикарная погода, а сейчас просто катастрофически холодно. Ну ничего. Да, ну ничего, вон ВВ, Саня, посмотрите, какие мы на стиле, особенно Аня. Спасибо всем за поддержку, спасибо за то, что смотрите, если не смотрите или не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки. Вчера сделала видео о том, что у нас тихо, и целый день был не очень тихий, хотя относительно в контексте всего происходящего жить можно. Но в городе происходит, я уже сказала, когда не знаю, слово подобрать, резонанс. Людей, толпы людей в ресторанах, в кафе, на площадках, все празднуют, тусуются. Вот сейчас ресторанчик был забит, причем с маленькими детками, с грудными детьми, празднуют дни рождения. Вы видите, что масса машин, пробок, с другой стороны постоянные обстрелы и так далее. И в продолжение видео, надеюсь, домой приеду, запишу вам о популярности и стоимости аренды жилья по поводу рынка недвижимости, что стоит у нас. Что вам не видно, там молодежь, девчонки прям возле торгового центра на улице, несмотря на погоду, вы посмотрите, какая погода, разучивают танец, скорее всего, снимают ТикТок. Видосы пилят. Ну да, для ТикТока. Жилые кварталы, вот, построенные перед войной, да, заселены, здесь живут люди активно, продаются квартиры и пользуются спросом, поэтому... Ну, вы видите все сами. Может, где он, девочки, танцуют. Смотрите, какое настроение в Харькове. Отмечу, что это вечер воскресенья и не очень летная погода. Ну и тема, кто говорит, что мужчины совсем не гуляют. Ну вот, смотрите. Мужчины. Да снимаю. А у нее и так в ТикТоке, наверное, популярны. Это для понимания. Стоянка возле торгового центра. Паркинг внутри забит. И вот здесь машина за машиной, машины за машиной. Тут, кстати, кто-то уже снимал для ТикТока видео, говорит, Харьков валит. Да, валит только на шашлыки и на огороды.